по вечерам никто даже и не выходит, хотя кругом полиция. Ситуация начала выходить из-под контроля. Они стали перемещаться в новые области. Почему они здесь вообще? Так много денег тратят, чтобы их здесь держать, как будто нет других проблем. Ну, хотя бы держат их отдельно от нас. Здесь стало происходить много плохого. Пусть валят. Уж не знаю куда, но пусть валят отсюда. Настал критический момент. Люди живут в страхе. Зачем вы прилетели? Почему потом не улетели? Вы что, не можете использовать свои корабли? Пусть все узнают, что здесь на самом деле происходит.